наш завтрак с вами называется «Личный профессиональный успех. Скрипты и алгоритм». Я провожу тренинги, занимаюсь этим уже 18 лет. И я считаю, что человек, занимающийся своим любимым делом, должен быть свободен от него. Он должен иметь возможность прекратить его в любой момент, потому что как только появляется зависимость от денег, пропадает свобода. Пропадает свобода, пропадает кайф. А вот момент, когда мне предложили провести тренинг. Случай. Когда у тебя такой случай, я могу сказать да, могу сказать нет. И я был соблазн сказать нет. Почему нет? Я не готовился, я не знаю, как это делается, у меня полно других дел, не за меня платили, я облажаюсь и так далее. Я сказал да. И вы думаете, этого да было достаточно? В течение этого пути была еще целая серия случаев, когда я мог сказать да, мог сказать нет. После того, как я провел этот тренинг случайно, кто-то кому-то что-то сказал, и тренинг был посвящен теме публичных выступлений. Ко мне пришли студенты психфака университета и сказали: «Радислав, у нас клуб из студентов, и мы время от времени приглашаем людей провести для нас какой-нибудь тренинг. Мы можем считать это какой-то, ну, с вашей стороны, какой-то общественно значимой такой миссионерской работой, но мы хотим вам заплатить. Мы хотим вам заплатить $50. Ну, смешно, за трехдневный тренинг, три дня, $50. Они говорят, я для вас буду работать бесплатно, вы студенты, где еще увидишь такое количество девичьих глаз, глядящих на тебя с восторгом, как не на тренинге перед студентами. Они говорят, нет, мы психологи, мы знаем, что работа должна быть оплачена, или это не работа. Если мы платим хотя бы $50, это будет вас обязывать. Если вы выступаете бесплатно, вы можете, ну, работать в полсилы. Мы вам заплатим эти $50, причем будет предоплата. Я взял $50, хохоча, и провел трехдневный тренинг на высоком градусе, и провел его плохо. Нет, всем понравилось, мне понравилось, но потом студенты сели со мной и разобрали. Они же студенты-психологи. Они говорят, вот это лажа, вот это не так. Это, ну, как бы, это распространенная идея, но она не антинаучная совершенно. Вот это упражнение можно было сделать вот здесь лучше. Тут последовательность, тут это. Они дали мне фидбэк, который стоил гораздо больше $50. Одна из девушек-студенток оказалась... Кстати, студент мог сказать нет? Нет, $50, три дня, вы что, думаете, не заниматься ничем? Нет? Да, я здесь сказал да, здесь сказал да. Одна из студенток оказалась внештатным корреспондентом местной газеты. Она сняла несколько кадров, я даже не заметил, когда. И в газете появилась небольшая статья. Я была на таком-то тренинге, такой-то тренинг. Ну, естественно, статья же должна иметь какую-то оценку, да? И она очень высокую оценку дала тренингу, что было там зашибенно и так далее, и так далее. Моя однокурсница приехала повидать родителей в родной город. Она возглавляла некую представительство швейцарской компании крупной. Приехала повидать родителей. На стиральной машине у родителей видела раскрытую газету. В этой газете на фотографии она узнала меня, вчиталась, нашла меня, соцсетей не было, и сказала: «Радислав, слушай, ты не представляешь, как это актуально. У нас в стране полная лажа с ораторским искусством, и у меня в компании в частности». То есть швейцарцы задают высокие требования к презентациям, а люди реально не тянут. «Проведи у меня тренинг по той теме, по которой ты проводил для студентов». Я сказал: «Оксана, это, ну, это случайность. Это просто, ну, как бы, прикол». Она говорит: «Хороший прикол. У меня знаешь, сколько денег я теряю на плохих презентациях? Проведи». Я говорю: «Ну, Оксана, нет. Мы друзья, все, там, я не тренер». Она говорит: «Ну, слушай, у нас, чтобы ты понимал, у нас мы прилично оплачиваем эту работу». И она говорит: $600. А что сказать в этом случае? Да. Да. Мог я сказать нет? Оксана, мы друзья, между нами не может быть финансовых отношений. Я сказал да и поехал, и провел трехдневный тренинг, после которого сутки я лежал, не мог встать, потому что такие были энергозатраты. $600 НДС, ну 500 чистыми, в 10 раз больше. У меня была динамика роста доходности от моей практики в 10 раз с каждым тренингом, если бы она сохранилась. Я мог сказать нет? Мог, я сказал да. Рынок тренингов есть только в Москве, запомните, он только в Москве существует. И сегодня тренинги в регионах – это преимущественно, ну, главная доля тренингов – это тренеры из Москвы. И можно приехать амичу в Москву и через полгода приехать в Омск проводить тренинг как московский тренер уже в 10 раз дороже. Тот же самый, который он проводил на местном рынке. Ну, короче говоря, на каждом из этапов приходилось говорить «да», ехать в Москву или не ехать. Да? Ну, очень притягательно оставаться в родном городе, плавать в море и не париться. Да? На $1000 можно прожить. Нужно ехать в Москву. А в Москве вот это, а потом это, а потом это. И каждый раз «да, да, да». Цепочка случайностей, в которой вы выбираете более трудный путь, которые в итоге вас приводят в ту точку, которую называют профессиональный успех. Большинство людей, имея возможность, выбирают не пользоваться ей. Они выбирают путь более легкий.
Но мы же не знаем, где там и что. А цепочка случайностей происходит у любого. Часть людей их не замечает, часть людей их игнорирует, часть людей отказывается. Ну, ты же не знаешь, какие будут последствия твоего выбора. Никогда. Поэтому я выбираю тот путь, который требует большего вовлечения моих сил. Даже если вы в жизни себя не насилуете, не утруждаете себя, вы не рвете нервные волокна в себе, заставляя себя делать что-то неприятное, но нужное, вы не совершенствуетесь, прогресс не происходит. Происходит даже наоборот. Знаете, сказал один умный человек, сказал, изменения в нас происходят постоянно и непроизвольно, но развитие происходит только произвольно, только развитие происходит, но развитие не происходит само собой, то есть прогресс не происходит сам собой. Профессиональный успех и личный успех. Общее и различное. В профессиональном успехе есть вы, есть другие люди в этой профессии. Успех возможен только в том случае, если вы обошли других, правильно? Правильно? У вас должно быть лидерство. Кого-то вы сделали. Вы лучше многих или лучше всех. Вы лидер на своем рынке. В личном успехе. Успех по жизни. Предполагает, что вы круче других. Не обязательно. Здесь прочерк. Не обязательно. Круче вас могут быть очень многие, но вы успешнее в жизни. Почему? Можем мы говорить, что человек успешен, если он несчастен? Нет. Всех сделал, но он несчастен. Здесь счастье присутствует как один из ключевых критериев. В профессиональном успехе обязательно ли человек обошел всех и счастлив от этого? Не обязательно. Не обязательно ставим прочерк. Я занимаюсь лидерством. Это моя тема. В течение 16 лет я был известен в стране как специалист по публичным выступлениям, написал на эту тему 6 книг, но потом меня привлекла тема лидерства вот почему. Я заметил, что хороший лидер всегда хороший оратор. Вот встречаешься с клиентом, он лидер, и он хоп, и включился. А человек не лидер, у него и публичный, он изучил все, значит, скрипты и алгоритмы выступлений, но у него не получается взять власть над аудиторией, он не может ею владеть, он не знает, как ей распорядиться. Я понимаю лидерство. Я говорю на тренингах, что побочным эффектом лидерской стратегии жизненной является успех. Если человек в целом успешен, это означает, что в жизни он использовал лидерскую стратегию. Лидерская стратегия, в частности, предполагает, что в ситуации выбора вы выбираете действие, а не пассивность. Вы выбираете нападать на ситуацию, но не избегать ее. Понятно, да? В целом, в совокупности. Успех есть побочный эффект лидерства, хотя не его цель. Не его цель. Человек не говорит, я хочу успеха, поэтому буду вот такую стратегию. Он просто по такой стратегии живет. Мне видится, что успех предполагает профицит ключевых ресурсов, где недостаток хотя бы одного из них уже не делает человека успешным. Что это за ключевые ресурсы? Это ключевые ресурсы, давайте называть. Деньги. В современном мире, сейчас, здесь, не в ашраме индийском, да, а вот в нашем этом культурном поле, в котором мы живем, деньги, несомненно, ресурс. Если у человека дефицит денег, а во всех остальных ключевых ресурсах у него зашибенные дела, мы не считаем его успешным. Не считаем, правда? Прекрасный спортсмен, отличный ученый, замечательный писатель, такие книги выкладывает в интернет свои. Но они не продаются, он не зарабатывает, он копает землю. Еще ресурсы. Время. Отлично, кстати, кто сказал время? Это супер. Это хороший индикатор качества аудитории. Почему? Потому что, как правило, я перечисляю с вашей помощью эти ресурсы, прихожу к тому, что люди время не помнят. Они первые три называют, а время потом долго приходится вымучивать. Время. Еще. Если время, то силы, энергия, да, как-нибудь. Давайте словом энергия это назовем. Еще. Здоровье было. Здоровье, энергия. Ну, если нет здоровья, энергии нет. Все понятно, да? Организм, подавляя заболевание, тратит все свои силы, и их не остается. И? Информация. Информация – такой ресурс стрёмный. Вы знаете, что 70% студентов, поступающих в этом году в институты, к моменту окончания на рынке труда не найдут спроса на свою специальность? Статус. Где? Где? Где звание, должность? Где профессиональный успех? Где власть над людьми, где звание, где связи и контакты. Поставьте над первым столбцом «я». Это вы.
и расставьте эти ресурсы в порядке убывания приоритетности для вас вот на сейчас. Только по-честному, мы не будем туда заглядывать, чисто для себя. Вот их четыре, деньги, власть. Для вас приоритетность. Что, приоритетность для вас. Что вы считаете в жизни важным, что более важным, еще более важным и самым важным. Что это означает фактически? Что вы можете этим пожертвовать ради этого, значит, это выше. Готовы ли вы, если для вас статус ниже денег, готовы ли вы перейти на более низкую должность, но более оплачиваемую? Если готовы, то статус менее важен, чем деньги. Готовы ли вы потерять зарплату, но получить назначение на более серьезную позицию? Значит, для вас статус важнее денег. Готовы ли вы потратить силы для того, чтобы там упереться, но сделать карьеру? Значит, статус важнее энергии. Готовы ли вы карьеру использовать таким образом? А первое — это наивысшее или четыре? Первое — высшее в порядке убывания. Домашняя работа. Бойбе, бойбе. Как вы думаете, как выглядит система ценностей из этих четырех ресурсов у бедного человека? Что он ставит на первое место? Деньги. Деньги. Бедный человек. Или, поставим знак равно, неуспешный человек. Неуспешный человек. Неуспешный, ну, можно поставить. А здесь у, а здесь ну. А, деньги ставят на первое место. Что на второе? Нет. Статус. Статус. Что на третье? Энергия. Энергия. И время на последнее место. А, как это выглядит? Человек всю жизнь продает за деньги свою энергию и свое время. За деньги и статус. Его можно приманивать статусом. 3 года поработаешь, не щадя себя, получишь назначение на эту должность, а там другие зарплаты. И он тратит это время и эти силы. Что по итогу получается по жизни? Есть у него деньги? Нет. И у него нет ни денег, ни статуса по итогу. По итогу он пенсионер на соцобеспечении. Психология богатого человека. Время на первом месте. Поэтому богатый человек всегда делегирует, всегда нанимает людей за деньги, покупая их время, чтобы выиграть свое. Делегирование — это когда ты берешь свое и поручаешь это другому, и чем-то ему это компенсируешь. Можете себе представить? Да, ладно, хорошо. На втором месте что? Энергия. На третьем? Здоровье. Энергия. Статус и время на деньги на последнем месте. Кто из вас, да что, кто из вас, знаете богатых людей, которые путешествуют, какие-то у них хобби есть, они могут встречаться с друзьями, заниматься спортом, и у них при этом есть активы довольно серьезные, которые генерируют большие деньги? Очень мало. Да. Есть, есть. И появляется все больше и больше и больше. Сейчас больше. А видели ли вы богатых людей, которые выглядят как бедные? Да. Одета скромно, машина невзрачная. Видели вы богатых людей, которые, когда спрашиваешь, кто ты, можно визитками обменяться? А у него нет визитки. Ему нечего на ней написать. Александр Пушкин, что? Я не генеральный директор, я не председатель совета директоров, я основатель ряда бизнесов, владелец некоторых активов. Ну как ты это напишешь в визитке? Запишите мой мобильный, забейте в телефон и позвоните мне, я вас уйду. Вы как, у тебя визитки нет? А видели ли вы бедных, одетых как богатые? Да. Всегда. Потому что деньги на первом месте, они демонстрируют деньги. Гламур — это потребление на показ. Гламур — это ярмарка неуспешных людей, которые пытаются создать впечатление, что они успешны в категориях таких же неуспешных. Здесь. И представьте себе следующую вещь. Все, переворачивайте страницу. Представьте, что жизнь делится на 2 этапа. Скажем, некий первый этап и некий второй. Молодость, зрелость. Детство, молодость, зрелость, старость. Да, есть 4 ресурса. Напоминайте, какие? Деньги. Деньги, энергия, время, статус. Молодой человек — это статус? Да. Молодой — это статус. Старик — это статус ниже. Или там, ну, пожилой. Это статус ниже, чем молодой. Молодой — тоже статус. А как большинство людей на первом этапе жизни распоряжается этими ресурсами? Они их тупо тратят. Ну, как человек, шальные деньги. Пошел и просто на них купил виски 18-летние, там, штаны какие-нибудь случайные. Просто на такси катался, шампанское пил, лимузин заказал. Шальные деньги. Хоп, он их тупо потратил. Как в молодости большинство людей распоряжаются ресурсами? Деньги, если они появляются, они тратятся все в ноль.
То есть у тебя потребности отвечают возможностям. И иногда тратится чуть больше. Приходится попрошайничать, брать в долг наперед и так далее. Как тратятся силы? Не всегда полностью. Силы тратятся тоже бестолку, бесполезно. Большая часть уходит на развлечения. Ночи, полночи без сна. И, смотри, полночи куролесил, а сейчас на лекциях чувствую себя нормально. А что ты на лекциях делаешь? Ты полуспишь, ты не врубаешься в информацию. Ты полдня просидел, ты потратил время и силы в ноль. И с мечтами, как вечером ты продолжишь гульбу. И энергия, и силы потрачены. Как тратится время? Сжигается все подчистую. Что происходит на втором этапе жизни в этом случае? Дефицит или профицит ресурсов? Дефицит. Дефицит. И на этом этапе ты должен прилагать усилия для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы оставаться хоть как-то в форме, для того, чтобы там, времени нет, у тебя зрелость, у тебя период, когда ты можешь созерцать уже, когда ты приобрел мудрость и тебе интересно постигать жизнь, а у тебя нет на это времени. Ты работаешь как ишак, у тебя нет ни времени, ни сил, ты задерган, нервный и так далее, и так далее. Ни сил, ни времени, ни денег, ни статуса. А давайте представим себе, что на первом этапе жизни человек инвестирует эти вещи. Например, появляющиеся деньги он просто вкладывает, например, во что? Хоть в депозит. Например, он вкладывает деньги в самообразование. Да, он получает стандартный пакет в ВУЗе, но помимо этого он изучает некий иностранный язык более глубоко, чем в программе. Помимо этого он ходит на тренинг и приобретает навыки публичной речи, и в 5 лет, пока он учится в университете, он отрабатывает этот навык, потому что ну, нигде такой площадки не будет, как во время учебы в ВУЗе, выступить публично. Там ходит, выступает в КВН, в самодеятельности и так далее, и так далее. А, время, ну понятно, время тратит на самообразование. Это не значит, что он такой, знаете, ботаник и так далее. Ведь если ты делаешь домашнее задание 6 часов, это не значит, что его делаешь лучше, чем тот, кто делает час. Правда? Это значит, что ты просто не вкладываешься. Ты просто параллельно поигрываешь в айфон, параллельно встаешь попить, пописать, поговорить по телефону, пройтись, просто помечтать, и ты делаешь 6 часов. Поэтому здесь при грамотном использовании времени у тебя остается и на досуг. Что у тебя получается на втором этапе жизни? Если ты вкладываешь дело, деньги, время, силы, у тебя появляется профицит. То есть здесь появляется успех, потому что совокупность этих ресурсов, у тебя получается успех на втором этапе жизни. Логично? Логично? Теперь вы понимаете, почему богатые люди довольно часто настаивают на том, чтобы дети не пользовались всеми ништяками, заработанными родителями на первом этапе жизни. Они хотят детей держать голодными, в дефиците ресурсов, чтобы они стремились выбраться из этого. Но я на полном серьезе считаю, что уровень материальных притязаний человека определяет пути, которыми он выходит на возможность их удовлетворять. Если у него скромные потребности, он найдет вариант возможности скромные деньги заработать и упустит, не учует возможности заработать большие деньги. А человек, которому нужно много денег, он просто не видит вариантов заработать 3 штуки. Ну, он не видит их, он их не замечает, а замечают те, кому нужны 3 штуки. Но что вам сказать? Это трудная задача. Вот ребенок всю жизнь живет с прислугой. Ребенок глаза открыл, и у него папа, мама, бабушка, нянь, прислуга. Да, там няня, повар, гувернант. Ну, у него есть люди. Если ребенок идет и понимает, что пора менять трусы, он снимает трусы, выходит из них и идет дальше, через 5 метров он оборачивается, их нет. То есть их кто-то подобрал. Зачем ребенку привыкать летать экономическим, трудиться там, и так далее, и так далее? Зачем? Все происходит само собой. Если он привыкает, то потом на втором этапе жизни очень трудно. А он хочет это сохранить. А он хочет жить так всегда. От этого появляется такое явление, можете его записать, называется инфантильный гедонизм, обозначающий, что человек хочет, ничего не вкладывая, получать все удовольствия жизни. Или минимально вкладывая. Инфантильный гедонизм. Надо ли говорить, что большинство людей на Земле инфантильные гедонисты? Можно ли родиться на втором этапе жизни? Можно. В профиците ресурсов можно родиться. И это чудовищная подстава для ребенка. Потому что теперь, когда он будет жить как все, он будет страдать. Когда он будет недополучать, он будет возмущен. Как так? Ему будет казаться, что это как бы само собой разумеется. Понятно, почему богатые люди держат в дефиците ресурсов, не покупая дорогую вещь, не покупая 5-й iPhone просто на том основании, что он вышел. Покупая с опозданием, чуть дешевле, чуть проще и так далее, и так далее. Ага. Это не значит, что они их кормят
плохим хлебом, да, который зачерствовал. Конечно, большинство богатых людей сами гедонисты, во-первых. Во-вторых, они понимают заботу о ребенке, как дать ему все, чего мы не имели, когда были детьми. Он думает, что наслаждение связано с потреблением. Нет, это... А можно ли родиться и умереть на первом этапе? А можно родиться на втором, а умереть на первом? И таких примеров масса. Когда ты родился в профиците ресурсов, а умер в дефиците, потому что не научился их добывать. А может ли такое быть, и это чаще всего, когда ты прожил на первом этапе, перешел на второй, а потом опять перешел на первый? Может. Когда ты сам ограничил себя в ресурсах, когда ты взял себя в ежовые рукавицы, когда ты подчинил себя жесткому расписанию, когда ты урезал свои траты, когда ты силы и время потратил на то, чтобы выскочить на второй. У кого была такая карусель, когда не по разу? Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Есть. И вот у меня, как ни парадоксально, сейчас я приближаюсь к первому этапу. Ну, сейчас чуть-чуть. И в 2014 году у меня будет первый этап, когда я сожму себя, у меня будет тайминг, у меня будет... Но чем сильнее себя сожмешь, тем быстрее разожмешь. Большинство людей этого не понимают. Они стараются себя сильно не давить, как бабочку в кулаке, да, чтобы она там жила. И поэтому не получают вообще ничего. Они всю жизнь довольствуются каким-то средним... вариантом. Это как домашнее задание делать 6 часов. И ведь огромное число людей, детей приходит из школы, обедает, садится за уроки и ложится спать в пол первого в течение. И родители, как много им задают, как можно так перегружать детей? Что отличает успешного человека? Успешный человек не нуждается во внешних источниках власти над собой, потому что сам он себе самый жесткий начальник. Он может иметь власть над другими, потому что он может подчинить себя. И он умеет быть по отношению к себе самым исполнительным солдатом. Умеет. Именно поэтому ему у него нет необходимости в этом. Вот такой скрипт некий. Когда ты проводишь тренинги, ты помогаешь человеку более плотно по времени, более целенаправленно, не делая лишних движений, да, осознавая, что он делает, двигаться к этому результату. Именно поэтому ораторское искусство меня хоть и интересует, но интересует в меньшей степени, чем лидерство. Потому что ораторское искусство – вспомогательный навык для чего угодно. А лидерство – это стратегия, которая позволяет человеку прийти к успеху и стать свободным. Успешный человек – это свобода в первую очередь. Ну, когда мы говорим о времени, силах, профиците – это свобода, это возможность делать, чего хочется. И он может, ему говорят, а поехали на лодке покатаемся, это в смысле на 2 недели по греческим островам на яхте. А когда? Мы на той неделе летим. И он говорит, клево, поехали. И ты смотришь на него и думаешь, как у человека несколько компаний в собственности. Да. А, что такое скрипты продаж? Знакомое выражение? Да. Ну вот скрипты, вот, да. Это некая последовательность действий, которые должен совершить человек обязательно. А есть вещи, в которых он может варьировать. Например, приходит бабушка в банке, окошко, с ней нужно поздороваться, ей нужно сказать это. Если она говорит это, то ей нужно это. И попрощаться нужно с ней по стандарту, вот таким образом. Это определенный набор стандартов, выстроенных в определенной последовательности. Кстати, слово скрипт, оно близко к слову алгоритм, только алгоритм более разветвленная вещь. Да? Скрипт более предсказуемый. Дайте вот эту фишку, которую я хотел дать, я ее дам обязательно. Она входит во все тренинги по лидерству, а во всех тренингах по лидерству эту вещь даю. Она важная, и без нее было бы, знаете, я не из тех, кто утаивает самое ценное, а это вы получите платно в таких-то ситуациях. Представьте себе систему координат. Вот есть некие ресурсы. Одна там ось абсцисс – это брать, а ось ординат – это давать. Я сразу упрощаю, делаю бостонскую матрицу. Я знаю, с кем я имею дело, вы в курсе, что это бостонская матрица. Как вы называете людей, которые живут, исходя из приоритетов, как можно больше брать и как можно меньше отдавать? Иждивенцы или, есть более грубое слово, паразит. Да? Брать, давать мало. Паразит. Паразитирование бывает естественным и неестественным. Естественное паразитирование – это дети, старость, старики, беременная женщина, инвалид, больной человек. Это естественное паразитирование. Неестественное паразитирование назовите. Что-что? Взрослый, самостоятельный, могущий зарабатывать, который продолжает пользоваться ресурсами других людей, брать, меньше отдавая взамен. Когда сыну 15 лет, мама говорит, ты все в комнате разбросал, после себя даже посуду даже в раковину не поставил, ты паразит.
говорит она, в сердцах. В течение многих тысячелетий в этот список естественных паразитов, помимо, ну, пусть вас не обижает это слово, паразит это, сейчас мы нейтрально, в нейтральной коннотации, женщина по факту рождения входила в этот список. Сегодня нет. Женщина всего несколько десятилетий не является естественным паразитом. В Соединенных Штатах Америки 5,5 часов уходило у женщины ежедневно на приготовление пищи и ликвидацию последствий ее потребления. Пока не было холодильников, пока не было супермаркетов, думаю, что у нас ситуация была такая же. Женщина была для нее брак был фактором выживания. Если она не выходила замуж, она шла в монастырь. Ну, нет вариантов. Папа не будет кормить, он сам становится паразитом, на нем нельзя паразитировать дальше. Поэтому, родилась дочь, черт, родился сын, круто. Нужно такое количество ртов кормить, ну, а сын поможет. Это связано с тем, что сегодня такая инерция культурная, что люди не верят, что женщина может быть лидером. Возникает вопрос, женское лидерство, возможно ли это? Абсурд, бред, лидерство не имеет пола. Это стратегия жизни. Какая разница, какой пол, цвет волос, фигура и так далее. Но люди это обсуждают всерьез, потому что женщина не могла быть лидером априори, потому что зависимый человек – это не лидер. Лидер – это человек с максимальной независимостью. Поэтому женщина и жила за мужем, который и куролесил, и уезжал на выставки с содержанками, и с актерками кутил, а жена помалкивала, потому что он скажет, не нравится, кто держит. Да? Неестественное паразитирование тогда было, это когда мужчина женится на дочери там, богатого человека и так далее. Наоборот, когда человек стремится отдавать, и ничего взамен не нужно. Ну, скажем, у меня, он называется герой. Мне не нужен наград, мне не нужно статуса, мне не нужна медаль. Мне бы только людям отдавать, ну, мать Тереза или Бэтмен, например. Как бы вы назвали стратегию человека, который не хочет, настолько не хочет давать, что ужимает свои потребности, чтобы меньше брать? И как бы вы назвали человека, который готов отдавать, чтобы получить ресурсы? Это жадина. Жадина. Ну, в моей типологии это лидер. Лидер – это человек, которому нужно много, но он готов много давать. Сил, времени. Он может давать другим людям возможность получить образование внутри компании. Он покупает для них тренинги, чтобы они росли. Он готов отдавать им часть своего времени, выступать наставником в компании, этот внутренний коучинг. Он готов отдавать, но ему нужно много. Человек, который не хочет давать и говорит, тогда я на многое не претендую. Я его называю, поскольку это лидер, то как бы должно быть? Анти, значит, аутсайдер. Где живет большинство людей? Здесь. Где они хотели бы быть? Здесь. Конечно, все народный эпос, весь о том, как человек жил-жил, ни хрена не делал, вдруг бац и в дамки. Да, бац и женился на дочери царя. Все хотят вот здесь быть, а реально существует в этом поле. А, кстати, а славят героев, правильно? Славят героев, воспевают героев. Поэтому герой получает статус героя, это уже круто. Подавляющее меньшинство живет в стратегии лидерской. Соотносится это как-то с успехом? Да? У этой позиции есть своя идеология. И она очень модная в мире. Ужимание издержек, чтобы больше расслабляться. Какое имеет отношение к полу лидерской стратегии? Ноль. Да? А теперь вопрос. А кто полезен обществу? Два из этих. Герой, естественно, полезен и лидер полезен обществу, потому что он оздоравливает среду. Он... Кто полезен для себя? Паразит и лидер. А вот аутсайдер ни себе, ни людям. И не паразитирует ни на ком, да и пользы не приносит. Чудовищная проблема с развитием лидерства связана со следующим. Мальчиков воспитывают тети. Женщины воспитывают мальчиков. Детский сад, школа, мама-бабушка, преподаватели в вузе. Девочки воспитывают мальчиков. Интересная вещь. Это так, между прочим. У женщины давно живут в другой формации. Но осталась культурная инерция, и они бессознательно воспроизводят модель воспитания, усвоенную тысячелетиями, на уровне неосознаваемых кодов внутренних.
Женщина всегда воспитывает мужчину героем и всегда его всегда поощряет проявление геройства. Отдавай, не требуя ничего взамен. Почему женщина это делает? Почему она в своем мужчине поддерживает героизм? Потому что естественное паразитирование, да, оно должно опираться на добровольную передачу ресурсов. Поэтому мальчик просит у тебя новую машинку, дай ему поиграть. Почему? Он же младше, уступи ему. Не забирай. А он сломал ее. Ну и что? Он сломал. Ничего, я тебе новую куплю. Не давай сдачи. Пусть тебя бьют, но ты будь умнее, будь выше этого. Тебя бьют, а ты так гордись своим. Женщина приучает мужчину уступать безропотно свои ресурсы, уступать свои права и свои интересы. Неосознанно, потому что воспроизводит эту модель. Вырастают мальчики, которые не хотят биться за ресурсы. Если они попадают в поле опасности, они говорят, ну нафиг. Карьера, ну нафиг. Большие деньги, ну нафиг. Большой город, ну нафиг. Из героев скатываются вот сюда. А потом, как у них пробудить лидерство, как у них пробудить лидерство? К вопросу о том, как воспитывать. Да? Мальчики, воспитывайте мальчиков. Девочкам есть девочки. Мужчины, тратьте не деньги для ребенка, а тратьте свое время и свои силы. При этом происходит интересная вещь. Когда мужчина воспитывает мужчину, он становится мужественнее. Он же себя воспитывает параллельно. Он же, когда ребенку говорит, своего не отдавай, стой насмерть. Он сам так не делал. Но когда он так говорит, он чувствует, что в нем тоже просыпается вот эта мужественность. Удивительная. Браки. Прекрасно. Самый устойчивый брак. Знаете, какой? Самый устойчивый брак. Герой-паразит. Самый устойчивый. Брак по расчету. Когда один покровитель для другого. Когда другой боготворит первого. Очень неустойчивый, очень стрёмный брак лидер-аутсайдер. Настолько расходится жизненное представление, что людям трудно вместе, не о чем разговаривать. То есть представление о мире категорически. А лично моя, как вы думаете, вот я лично считаю, что круче всего, даже чего? Подумать. Либо здесь поруйтесь и не выходите за рамки, либо здесь. Значит ли это, что это фатально? Да. Человек рождается всегда паразитом. Когда он становится подростком, он становится героем. Он начинает совершать поступки, да, бескорыстные. Ну, родители же пока платят за разбитые окна, поэтому. Вот это, а дальше момент выбора. Вот здесь момент выбора. Сюда или сюда. А если ты попал сюда, если ты прячешь тело жирное в утесах, да, значит ли это, что ты никогда не станешь буревестником? Нет. И таких трансформаций масса примеров. Значит ли это, что если ты живешь в лидерской стратегии, ты не можешь стать аутсайдером? Трудно, но можно. Но можно. Из лидерской стратегии вывалиться гораздо сложнее. Почему? Очень привлекательно. Люди, которые туда попадают, держатся очень крепко. Да, рухнул бизнес, да, подвели друзья, кинули партнеры, ушла женщина, потому что ты не смог ее содержать на том уровне, на котором ты хотел. Разуверился в жизни, стал колдырить, сел дома, сказал, пошло оно все к черту, и ты можешь свалиться сюда. Но всю жизнь перед тобой будет память о том, той части жизни, когда ты жил, ну, максимально ярко, мощно, сильно в этом периоде. Все равно вернешься. Именно поэтому люди разоряются в дым, но возвращаются к тому, что принесло им капитал. Всегда. Но это каждый день. Каждый день. Каждый день выбор. Потому что стратегия – это совокупность выборов, которые ты делаешь в жизни. Сегодня у нас кто-то, какой-то счастливец, станет гедонистом небольшого масштаба и получит в дар книгу свежую «Харизма лидера». Книга только вышла, и знаете, что интересно? Я не собирался проводить тренинг по этой теме, я хотел книгой закрыть тему. Но когда я написал, у меня сложилась закономерность. Вот пока над книгой не работал, пока рассказывал устно, это был набор фактов, явлений и так далее. А когда сложилась закономерность, я думаю, я не похороню это. И я вернул этот тренинг в портфель.